Последнее время газеты пестрят новостями об уходе Анжелики с большой сцены. Да и сама певица не раз подтверждала это. Проблемы нарастали снежным комом. Прежде всего, дочь Варум и Агутина, которая живет далеко от родителей, с дедушкой в США. Измена мужа, которая стала не меньшим потрясением для Анжелики, вынудившая певицу жить отдельно от супруга. Следующим невыносимым эпизодом из жизни хрупкой женщины стала судебная тяжба с мужем из-за квартиры. Небрачная дочь Агутина Полина, которая старше законной Лизы на 2 года, добавила масло в огонь. Истощение певицы также вызывает подозрение существующей у нее анорексии. Всему прочему, в некоторых СМИ всплыли факты о многочисленных абортах певицы во время пребывания ее в первом браке с Максимом Никитиным. Но певица не отчаивается и считает, по ее словам, что хоть она и не состоялась как популярная певица, но стать примерной женой и матерью она просто обязана. Настоящий образ жизни певицы не позволяет ей сделать это в полной мере. Поэтому она вынуждена оставить сцену и целиком посвятить себя семье. Прощального турне Варум не обещает поклонникам. Слишком дорогой ценой обходится ей разлука с близкими людьми. Скорее всего, Варум переедет жить в Майами, в семье, что само по себе неплохо.